Всем привет! Меня зовут Дмитрий Курдин, я профессиональный гипнолог. Я проходил недавно обучение в школе Никиты Бурлакова гипноза, школа гипноза и слиперства. И хочу поделиться своим опытом, своими результатами, вообще мнением о школе. Школа меня достаточно давно заинтересовала. Я присматривал как вариант дополнительного образования, развития. И совсем недавно я попал в 9-й поток, прошел полностью все модули. И очень внимательно изучил абсолютно весь материал. Очень многое отзывалось, очень многое откликалось, накладывалось на ту информацию, которую я знал ранее, дополняло, расширяло мои знания. И я могу сказать точно, что люди, которые придут на это обучение, получат в этом обучении все необходимое для старта. Все реально достаточно гармонично сложено для того, чтобы реально начать заниматься гипнотерапией, слиперством уже вот прям по факту окончания данного обучения. Все, что представлено в виде материалов, в виде обратной связи достаточно высокого уровня, высокого качества. За все время обучения я увидел, что школа реально заинтересована в том, чтобы сделать специалистов, хороших, качественных специалистов. И это, я считаю, самый главный отзыв, который стоит давать о такого рода школе. Я желаю школе Никите Бурлакова процветания, расширения и как можно больших качественных выпускников, которые потом в дальнейшем будут помогать людям, помогать сделать мир лучше. И конкретно Никите постоянного развития, постоянного совершенствования и всех благ. Спасибо. Спасибо за образование.